Помидорки мои подросли, и я буду сегодня их рассаживать по стаканчикам. Сделала грунт торф агробалт плюс вермикулит плюс грунт питательный, и добавлю, вот так вот закрою, сапропель фирму закрою, сапропель горсть. Мне нравится, что он гранулирован, потихоньку будет разбухать и отдавать все свои питательные вещества растению. Помидорки я рассадила, а грунт, в котором они находились, вынесу на мороз, на улицу проморозиться, чтобы он обеззаразился.